Владимир Александрович правильно поставил вопрос по границе. Я так почувствовал, что он даже с неким таким, может даже с упреком. Не должна быть граница белорусско-украинская препятствием для передвижения людей. Я поклялся, что этого не будет. Мы никогда не сдерживали и сдерживать не будем наших украинцев и белорусов при перемещении этих границ. Я уже не хочу говорить, оскомину набило. Угрозы со стороны Беларуси, Украины. На эту тему мы практически не разговаривали. Да я уже сказал, что вы не волнуйтесь, мы будем придерживаться вот этой политики. Помните, что там на севере народ другой вроде бы, но это ваш народ. Это ваши люди. Я к украинцам так и отношусь. Это наши люди здесь.